почему... А это что у вас за очки такие? Почему не по фэншую? Почему не по фэншую? Очки буржуйские. Это буржуйский шпион. Расстрелять. Вы смотрели фильм русский, там с картинки в твоем дворе. С хороших и верных товаров. Мне лично выделило дворе. А может, с морфином на глазу. С той песни, что пела нам мать. Так, ладно, нас тоже любят. Пуля. А подожди, там уже где-то. Да вот, да вот там, ты его связали, разлетал уже. Разлутали, комплект нужен. Кого? Да. Ну, пойдет с кулаками. А он вообще без оружия? А чё, как бы? Всё, пойдём, пошли. Ну чё, Джигурда, мы идём с Рашей в ангард. Подожди. Так тебе и Да. Ну давай, Ромео, расскажи. Все, приняли, ушли. Дисками. Слышите, если что, будем оттягиваться. Да не будем никуда. Я к тому, что нас не пострелять. Сейчас на месте придем. Бегать туда еще за патронами там на хуйня. Да фиг знает. Я бы сбегал. Так, значит. Главное тут не наебнуться вниз. Главное, ребята, духом не стареть. Так, у меня одна дымовая и 6 штук этих боевых. Даже 8. Ой, 9. Одна противотанковая. Слышишь, Раш? Хорошо. Раша. Говори. Я говорю, у меня 9 гранат, одна противотанковая, если что, имейте в виду. Ага. Я Альнуру отдал, что я сейчас бегу еще и туда. Смотри, может там что есть. Блин, бинокль бы сюда. Бинокль бы сюда. Гранат он взял, наверное. Не-не, у меня есть. У меня достаточно. Ну можешь выложить, смотри, есть. Лишь бы тебе осталось. Ты здесь будешь или уходишь? Нет, я ухожу. А, принял. Оставлю диски и ухожу. Хорошо, давай. Если что, я внизу. Понял.
я еще две гранаты прям принес, противотанковую, правда. Слышишь, тут 5 дисков на этом, на твой пулемет у меня лежат, если что. Угу. А вообще известно, откуда они пойдут? Раша, известно, откуда они пойдут? Самолет. Ну, а забери еще противотанковые. Потому что у меня больше. Самолет летит, лучше Ильнур не бегай там сейчас. А, Ильнур, забери гран. Наша техника? Конечно, наша. Да я то и паниковать начал. Не ссать, как говорил мой командир. Я побежал еще за патронами схожу. Давай. Ильнур, слышишь? Да. В прошлый раз вот они шли, сейчас покажу откуда. Вот, видел? По низу там овражек такой. Но я сверху буду наблюдать. Если чё, смотри. Я обнаружу противника, тебе придется отходить назад, сообщить нашим. Отходить. Хорошо. Смотри, иди сюда. Выйдешь, вот мы сейчас вышли через эти ворота, выйдешь через другие ворота и вдоль забора пойдешь. Вот туда. А окопы наши вот там вот. Но с правой стороны, с правой стороны забора. Все. Хорошо. Ильнур, знаешь, что я тебе скажу? Было бы неплохо, если бы ты прикрывал вот этот дом с этой, ну, с улицы. У Коляши, посмотри, тебя будет видно? Да не, ты вблизи его, это фигня, издалека этой травы не будет видно, и он будет лежать как в чистом поле. Ты вдаль посмотри просто. Его видно будет сразу. Ему единственный вариант идти вот в те кусты. Вот туда. И вот оттуда палить вход. С этой стороны. Ильнур, ты там прям спрячься. Понял? Так, самолет. Да, он далеко. Пошли в ангар, а то сейчас прилетит. Вон он над нами. Под нами? А, блядь, этот коршун. Сука. Мне там видно было. Ну ладно. А вот самолет, вижу. Что, долбануть по нему, как думаешь? Да не, не стоит. Смысл, не трать патроны. У меня патронов этих дисков 30, наверное. Ну, мы выдадим свою позицию, ни к чему. Ладно.
Но если ты на 101% уверен, что ты его собьешь, стреляй. Слышно меня? Да-да. Нет, нет. Раша, ты чё, на шёпот ушёл, что ли? Раша, перейди на норму. Я на норме? Бля, я тебя вот здесь слышу, а выше поднимаюсь к этому гнёздышку, и тебя уже не слышу. На крик я перешёл, это... Ты не смотрел, сколько на сколько человек? Сколько нас? Сколько нас, сколько врагов? Да там перевес у нас небольшой, что-то 12, может, человек. Может быть, я не помню точно. Где эти фрицы? Рано еще. Еще поработают с небес. Так, я пока на крике. Как обнаружу противника, сообщу, потом уйду на норму. Смысл? Ну, орать они нас так будут слышать на подходе. Они когда подойдут, все равно нас будут слышать. В прошлый раз они шли с 220 и, ну, короче, южное направление оттуда. Угу. Сектор такой. Ты там контролишь? Да-да, я туда-сюда смотрю. Они в основном с запада пойдут, да, правильно? Нет, в прошлый раз шли большое, но это, много шло с юга. На 220 тут овраг просто есть хороший для прохода. Фризушки, догансики. Так,
закроют, если что. Опа-на! Самолет вижу. Так прям охота по нему. Подануть. И дискать. Не стоит. Да. Я что думаю, Раш, слышь? Если они через нас пойдут с южного направления, Эльнуру надо будет отходить, наверное, прикрыть, может быть, нас, либо быстро сообщить этим нашим, что идет толпа. Наши в окопчиках там бегают. Может, ты на южном стороне будешь сидеть? Ну, я не знаю даже. Мы же сели так-то, посидим пока так. Если оттуда пойдут, то туда перейду. Да-да, если... Не, если толпа будет, конечно, Раша, сюда пойдешь косить их. А я спущусь вниз. Либо окно расширим. У вас граната, если не подойду, сразу кидайте на дверь. Только сразу сильно не кидаем. Пару кинули. Ты, блядь. Пикирует? Ну как-то спать, как ставят, блядь. Откуда по нему подавление? Бля, бинокль бы мне, а. Мы бы их быстрее обнаружили и ближе подпустили. Прямо плотничок для пулемета. Мы в прошлый раз они вообще нагло бежали. Они бежали вот по этому овражку и по полю с юга херачили. Спайк тут на этом месте в прошлый раз сидел, с кем-то он тут держался. Да, я помню, вы там стали. Не, меня тут не было, я-то ушел от тебя. Ну, да. Я ушел к своим, и меня самолет сбрил. Самолет там гудит? Ну чё там там? Петлю Нестерова делает, наверное. 4. Заход пошел, сейчас бомбить будет. Вот это самолет шмаляет. У него еще сзади стрелок. Да-да, есть стрелок сзади. Thank you.
Это ворона карпящая одолела, летает, а мне кажется, в моё окно хочет залететь. Немецкая ворона. Ох, как он пролетел. О, блядь! Не, это по самолету, по самолету. Да это я сейчас, он сюда ли стрелял по дому? Стрелок задний. Раша, да? ты бы видел это, как он пролетел? Это низко? Очень низко. Вот очередь бы ему дать, блядь. Угу. Заходит снова. На нас? Да, на нас. Дай ему догоночку со своего окна. Давай, да, смотри, он сейчас будет... Бля, на сарай что ли идет? Бомбу кинули, небось. Смотри его! Не, что-то он вообще не туда пошел. Ромео, ты живой? Да-да. А вон где пошел. Это база. Так, заходит. Что делает? Не. Неудобно. Когда он будет идти на тебя, говори. Угу. Да не, он востока проходит далеко. Чё там у тебя? По самолету. СКС что ли? Да, СВТ. А, это СВТ, нормальное. Смотри там. Заходит, да я смотрю. Заходит Раша, смотри. Я и понял. Бля, такое ощущение, что посмотрите на нас идет. Раша, увидел кого? Кого-то увидел или что? Я дурбану по нему, он прям практически. Понял. Нормально так. Зушку нашу спалили, прикинь. Ну ничего страшного. Прицы поганые. Триста метров, я думаю, хватит. Да. Не пались, Раша, нас палят. Бомба. Что у меня диск теперь напитаться еще один? О, фрицы подошли, слышь? Да. Ромео, у тебя есть это? Коробки с патронами? Нет, нету. Коробки с патронами есть? Нет, нет. А, нету, да? Блин, ладно, я пустые диски тогда выкину. У них один этот бронетранспортер или это наш БАшка? У них какая-то...
откуда? Подожди, дай. Севера. Принял. Если что, надо будет стягиваться. Ну мы в триггере, в принципе. Слушай, так это может со сбитого самолета? А что, самолет сбили? Не знаю. Он, может быть, уехал, улетел, или не это, дозаправляться, там, перезаряжаться. Может. А факт в том, что парашютисты? Ну, один, по крайней мере, я видел парашютисты. Возможно, самолета все кончилось, если не предусмотрено. Может, да. Видишь, самолета нет. Ну да. Ну опять взрыва от самолета я не видел, не слышал. Слушай, а почему он когда кинул бомбу, было несколько взрывов? Три было. Ну, он три бомбы кинул, типа. Наверное. А ну может. Куда-то на северо-восток. Или мне показалось, или был выстрел с запада. Выстрел? С запада, вроде. Эльнур, посмотри там. Техника? Да. Эльнур, глянь. Техника наша, Зушка наша здесь. Ну все, все, все есть. У меня такое подозрение, что они не дойдут до нас. Ну, всяко может быть. Но могут и через нас пойти еще. Ждем. У тебя там дисков Ромео? 4. Даже 5. Визуально вижу 4, а так показывает 5. Еще 4 диска есть. Да, это я положил. Я их тут разложил так, чтобы мало ли где окажусь, чтобы всегда были под рукой. Я что-то не пойму, у этого пулемета вообще сошек нету, что ли? А нет, есть. Шо це таке? Зушка сбили. Вторую, что ли? Да, и тоже в этом месте. Горит? Азимут 60, да, горит. Вот бля, как они могли? Интересно. Может это наши взрывают? Врагу не досталось. Вроде наши бегают в деревне. Эльнур, посматривай иногда запад 240, там 250, потому что я это не вижу.
Хорошо. Не постоянно, где так, же? И туда-сюда бегай, посмотрю. Где же эти фрицы, блядь? Волки позорные. А что он бегает, что-то суетятся по деревне. Запад, запад, парни. Вижу их. Че, видишь их? Ага. Кто к нам бежит? Это я бегаю. Короче, они знаешь откуда идут? Ну с запада. 20. Триста двадцать, говоришь? Да, 320, где я их видел. Там зеленки они. Это по тебе, да? Смотрите откуда. Да откуда? С запада. Двести двадцать, 220 по оврагу. Меня давят. Дымы.
держи в ходе. По мне, у меня один магазин, по мне херач. Вот четко бьют сюда. Чё? Давай на моё место. Не высовывайся, блядь, прилетит сразу. Давай на моё место. Всё, ухожу. Убить надо. Давай, там. Во враге Раша, толпа, блядь. Понял. Раш, оттуда они где были? На ком азимуте? За дорогой, за дорогой, Роман. За дорогой, Эльнур живой? Держи вход западный. Наших там гранатами закидывают. Смотри. Живы они. Опа, они по полю бегут. Правее это врага или левее? Тоже на 320. Эльнур жив. Раша живой? Да-да. Уже к нам подходит. Принял. Эльнур за ящики. Западный вход.
канавку туда и туда. Что-то кидать? Да, добью. Слышу, еще бегают. Слышу, по ногам бегают. Врёшь, не возьмёшь, фрицы вонючие. А ну иди сюда, говно собачье, возьми, давай. Это по тебе или по мне? Не маячь. Стволом маячишь, тебя видит. Держим входы. Ты их видишь? Пусть проезжают, пусть. Да, вот. На западе от нас.
Че это такое? Ты есть что, Ри, если там спешите? Он во враге. Слушайте, вижу. Что есть, да? Азимут 140, 130. В окошко в своем. Прошлый раз там бежали тоже. Лесок там есть такой, да. Я спуститься, чтобы ускориться, взять оружие. Конечно. Что-то я очку. Давай быстрее. Я вот думаю, дымовую можно не скинуть. Надо не покидать, если это было оружие. Хорошо, открой меня. Просто мне в окно стреляет. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Забегай потом на мою сторону, слышишь? Я пойду за дисками. Понял? Да. На мою сторону забегай, я пойду на ту сторону. Потому что на этой стороне кончилось. Надо быстрее. Как только услышишь, ори сразу. Шаги, шаги. Восточный вход.
враг здесь, враг. Держись, Эльнур. Граната! Эльнур! Кто кинул? Я. Блять, Эльнур жив? Нет. Да-да-да, ранен. Держись, братан. Ты еще здесь, сука немецкая? А ну иди сюда, возьми меня. Там шарится. Шарится? Заходит, мы его встретим. Эльнур, как ты там? Что? Посмотри. Да я пытаюсь. Пока держим входы. Фриц непонятно, блядь. Вроде наши бегают. Зелененькие там наши живы еще. Да, зелененькие наши. Ваших еще там как минимум трое я увидел. Бегают как у себя дома. Блять, фашист в чистом поле валяется. Живой? Да не, мертвый. Походу ты которого скосил. Ой, я тут тренер на поле. Пытался убить. Не знаю, кого-то убил. Бля, ну у нас сарай топовый. Че? Не по нам ли? Мне кажется, да? Кто? Опа. Что это было? Это я. А, красавчик. Есть кто? Нет, убил. Только что? Может есть. Только что убил, Эльнур? Да-да. Эти фрицы, блядь. Немецкие. Контролечку нахуй. Эльнур, не стоит. Держимся, наша задача продержаться. Кто перевязывается? Я.
может, думал Фриц. Он перевязался, Раша, посмотри. Обстановочку в окошко. Угу. Наши бегают по деревне. Насколько я вижу. А ну хорошо, ты жалуешься. Больше никого и не видно. Видимо, мы их распугали, они сейчас одному подлазят, понял? Нам надо держаться просто и по времени вывезем. Там наши подойдут, как говорится. Вижу, наши бегают. Сколько нам продержаться? Хрен его знает. Чего-то они бегают, я не знаю. Сидели бы, да сидели себе. Так, сейчас еще проиграем. Вот если фашистам огнемет бы дали, вот это было бы веселуха. У нас как раз тут сено лежит. Эльнур, ты там слушаешь? Да. Отлично. Грены у кого сколько? У меня нисколько. Я все раздал. Так, вижу, по-моему. Да, наши бегают. Деревня. А у меня еще есть две. Это хорошо. И даже одна дымовая. На центральной улице, короче, стоят, по-моему. Так они, может, шашлыки уже жарят, празднуют победу, а мы тут сидим, блядь, и не знаем они. Бля, нам нельзя, да, триггеры покидать? Не. Фюрер призывает всех ребят. В атаку. Шнель, шнель. Где вы, сучки? Власти давайте. У меня еще 6 дисков. Почему-то я думаю, что где Ганамаг, там они и есть, блядь, подлюки. Там одного я убил из Ганамага. И может еще парочка. Да я там в поле тоже двоих скосил, которые ползли с запада в овраг. Причем они ползли, думали, что, видимо, трава, их не видно, а мне-то их видно вообще хорошо. Тупые фашисты. Это по нам? Нет? Не знаю, ну тоже. По нам, ёпт. Я себе. Так, Эльнурчик, держим оборону. По-моему, по моей форточке стреляют. О, ура!